полететь в космос. Впрочем, об этом мечтали и их сверстники века 20-го. Елена Шилова, Валерий Сафронов, ОРТ. И последний чудовищный инцидент произошел во время свадебной церемонии в Иордании. В массовой свадьбе принимало участие 70 пар новобрачных. На пышной церемонии присутствовали 5000 приглашенных. И неожиданно один из гостей достал пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. Один человек был убит, еще двое ранены. Полиция сразу же открыла огонь на поражение, и преступник был убит. Однако ведущий церемонии призвал гостей не паниковать, и вскоре свадебное торжество продолжилось. Это были новости на ОРТ. Спасибо за внимание. До свидания.